Всем привет! Дошла очередь и до Ливсика. Поставила ему это же растение, которое перед этим скубал Томик и скубал Аркашенька. Ливсик, а ты не хочешь попробовать? Ага. Ну интересно же. Вот. Видите, все птицы с большим энтузиазмом скубут растения. Но Левсик, по-моему, просто, лишь бы поскубать. У меня еще один горшочек есть, поэтому скуби сколько хочешь. Ну, это ж лишь бы поразбрасывать. Ну, и то развлечение. Хорошо, что Ливсик не боится. Ой, хрум-хрум. Ну, игрушка, скажи, куда интересно. Ну, немного поскубал, и то хлеб. Да, Ливсик? Ливсик, там еще много цветочков. Вполне доволен. Ну и хорошо. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Спасибо вам за просмотры. Пока!